него там... А что? Потоком. Расчищают, да. Ух ты. Не снесло, а нанесло на дорогу. Круто, слушай. Ну, то есть специальная ремонтная бригада, получается, этим занимается. Да. Да. Из четырех. Нет, ну да, он. Все работают. Обалдеть нанесло. Ага. Да. За одну ночь получается. И с камнями еще. Лавина какая была, можно представить. Купирский сель. Хорошо, ага. Что на этот их праздник не поехали. Вот который уезжает. Какой праздник? Ну, монголы там праздник выявили, как раз тогда получается. Вот это был вчера явно. Ну, это вчера нанесло, сегодня чистят. А, понятно. Вчера... Иначе вот трасса стояла закрытая. Вчерашние дожди. Это там было, а здесь, может быть, сильнее. Это метровый слой грязи. Мы же дороге. Ехали вот по этим болотам по грязи. Это же тоже новая грязь. И сегодня уже там сухо. Да. Поезжали. На сутки раньше и чур знает.